Что касается говорящего и слушающего, было много пустых комнат, но это не для того, о чем мы сегодня говорим. Я слышу сердцебиение из разбитого приложения. И это продолжалось много часов. Мы перезапустили все системы, проверили каждую слезу и каждую слезку точку доступа. И было одно нарушение, и оно было учтено. И поэтому должно сказаться, слушатель, немедленно прекрати это. Держи себя в руках. Твоей фундаментальной конструкции есть гораздо больше, чем то, зато тебе воздадут должное. Держись, пока не придет другой. Возможно, это трудно поверить, но все, чем ты был, это горение. Это что иное, как красиво.